Цены на товары и продукты в Дагестане выросли на 2,4%. Такие данные приводит региональный орган госстатистики. Только в октябре наблюдалось сезонное удорожание плодово-овощной продукции больше, чем на 2,5%. Больше всего повысились цены на огурцы, бананы, апельсины, помидоры, груши и виноград. Подорожала и мясная продукция более чем на 2%. В то же время на сезонные овощи и фрукты цена снизилась. Среди них яблоки, морковь и капуста.